Организационная работа по созданию Абайской, Улутауской и Жетысусской областей должна быть завершена до конца первого полугодия. Об этом говорили сегодня на заседании правительства. Сейчас решается вопрос о территориальном распределении. Разработка и принятие указов президента и постановлений правительства запланированы на июнь. Границы новых областей утверждаются указом президента. Для ускорения мероприятий Министерству национальной экономики и ответственным органам поручено за одну неделю создать соответствующую дорожную карту.